Лейтенант и сержант в униформе Красной Армии непринужденно разговаривали по-немецки. Сегодня мы пересекли границу Европы и Азии. Сидящий рядом немецкий сапер застыл с отверткой в руке перед подрывной машинкой и с интересом слушал разговор. Странная компания принадлежала к одной из рот так называемого особого полка 800, более известного как Бранденбург. Солдаты и офицеры полка часто переодевались в униформу противника во время специальных операций. Только что они предотвратили подрыв плотины на реке Маныч. Немцам казалось, что операция успешно завершена, когда в дверях появился незнакомец. Сохранила имени неизвестного героя, который 27 июля 1942 года подорвал плотину Веселовского водохранилища. Этот взрыв привел к резкому повышению уровня воды и затруднил переправу немецких войск. Маныч, шириной всего 40 метров ниже плотины, превратился в настоящее море 3-4-километровой ширины. Вместо переезда по плотине танки с крестами по одному перевозили на паромах. Разлив водохранилища дал время на отход двум армиям Советского Северо-Кавказского фронта. Однако взрыв плотины имел лишь тактическое значение. После захвата немцами Ростова-на-Дону главные силы группы армий А устремились на Кавказ не через реку Маныч, а по территории к западу от этой реки. Немцы действительно смогли ступить на землю Азии, но сражение за Кавказ развернулось на европейской территории СССР. В тот же день, 27 июля 1942 года, в Москву пришел доклад командующего фронтом маршала Буденного. Он предложил Сталину отвести войска на рубеж главного Кавказского хребта и реки Терек. После поражения Крымского фронта на Керченском полуострове в Крыму в мае 42 года, поражения советских войск под Харьковом и на Донбассе, немецкие войска имели подавляющее превосходство в силах над войсками северо-кавказского направления. Единственным способом сохранить остатки советских войск был немедленный их отвод к реке Терек. 28 июля Сталин подписал приказ номер 227 «Ни шагу назад» и одновременно утвердил предложение Буденного об отходе. Одно не противоречило другому. Стратегия «Ни шагу назад» не означала забвение советским руководством военной целесообразности. Обрывистые берега Терека и высокие горы давали надежную опору обороне. Своевременный отход обещал сохранение войск и удержание Кавказа. Промедление могло привести их к окружению и разгрому. Основные резервы к этому моменту уже действовали под Сталинградом, и восстанавливать фронт на Кавказе было бы нечем. После разрешения на отход началась подготовка рубежа Терек к обороне. После провала плана «Барбаросса» и стратегии «Блицкрига» в ходе битвы за Москву, немцы спланировали второй молниеносный поход. Главный удар направлялся на разгром южного крыла советских войск, а в последующем и на других направлениях. К его осуществлению они приступили 28 июня 1942 года. Важной составляющей этого плана был и захват нефтяных месторождений Кавказа. Накануне войны в 1940 году в Бакинском нефтяном районе добывалось свыше 71% всей нефти СССР. В Грозненском и Майкопском – свыше 24%. Захват основных источников нефти мог оставить Красную армию без топлива. Нефть была объектом пристального внимания самого Гитлера. Фюрер изучал историю нефтяных месторождений, знал, как нефть добывается и перерабатывается. Он был буквально одержим нефтью. После начала операции «Блау» и взлома обороны Красной армии к нефтепромыслам двинулась группа армий А.
Ее ударным ядром стала первая танковая армия Эвальда фон Клейста. В 1941 году Клейст возглавлял танковую группу на Украине и командовал немецкими частями в крупнейшем танковом сражении в районе Броды, Дубна, Луцк. Теперь он получил непростую задачу – прорваться к нефтяным полям Кавказа. Буденный имел все основания просить Сталина об отходе к горам Кавказа. Горы, словно гигантская стена, преграждали немцам дорогу к бакинской нефти. Главный Кавказский хребет протянулся огромной грядой на 1200-1300 километров от Каспийского до Черного моря. Хребет условно делится на три части. Восточный Кавказ – от Абшеронского полуострова до горы Казбек, Центральный Кавказ – от Казбека до Эльбруса и Западный Кавказ – от Эльбруса до Анапы. Выше 3200 метров на Кавказе круглый год царство снега и льда. Путь к нефтепромыслам Грозного прикрывал и быстрый терек. Клейст планировал прорываться танками через Орджоникидзе, Владикавказ, по военно-грузинской дороге к Тбилиси. Перевалы Западного Кавказа он не считал нужным атаковать, а все усилия хотел сосредоточить на главном направлении. Однако германское верховное командование отклонило его план. Для прорыва через перевалы Западного Кавказа направлялся горный корпус. Гитлер ставил задачу – овладеть всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и черноморского флота. Первая танковая армия отрезала отходящие советские войска от переправ. В распоряжении Буденного имелись только небольшие танковые части для поддержки пехоты. Но его войска имели преимущество в артиллерии. Также их поддерживали мощные авиационные соединения. Лето 1942 года ознаменовалось важным шагом в развитии советских ВВС. В составе фронтов формировались воздушные армии. Теперь управление советской авиацией сосредотачивалось в одном штабе. Ранее они распылялись между штабами ВВС фронта и несколькими армиями. Такая негибкая система управления продемонстрировала свою нежизнеспособность в первый год войны. Советские войска на подступах к Кавказу поддерживали авиацию Черноморского флота, 5-я воздушная армия генерал-лейтенанта Горюнова, а также недавно сформированная 4-я воздушная армия 42-летнего генерал-майора авиации Вершинина. Вершинин Константин Андреевич начинал службу в пехоте. В 1930 году его неожиданно направили в авиацию военно-воздушную академию. Поначалу он воспринял этот перевод без восторга, а мастерство летчика освоил уже немолодым человеком. Именно пехотное прошлое помогало Вершинину управлять авиачастями, прежде всего как инструментом воздействия на наземную обстановку. В августе 1942 года от летчиков армии Вершинина зависело выживание фронта Буденного. Они засыпали бомбами и ракетами колонны немецких войск, преследующих войска Красной армии. Немецкий историк Вильгельм Тике. Необычная активность советской авиации создавала помехи выдвижению немецких соединений. Советские самолеты кружились над районами сосредоточения и демонстрировали подавляющее превосходство в воздухе. Авиация стала и глазами отступающего фронта. Самолеты-разведчики отслеживали передвижение немцев и позволяли контролировать обстановку. Вижу немецкую военизированную колонну. По следам отступающих советских войск, перевалам Западного и Центрального Кавказских хребтов шли подготовленные и экипированные для действий в горах немецкие части. Тропа идет выше. К вечеру будем на месте. Я ходил здесь до войны. Они состояли из уроженцев Тироля и других гористых южных районов Германии. Немецкие горные егеря располагали вьючными животными и особой облегченной горной артиллерией. Помимо обученных в Альпах егерей, на Кавказ направили два высокогорных батальона с хорошей альпинистской подготовкой. Все эти горные части получили амбициозную задачу – пробиться через Кавказ западнее Эльбруса и в случае успеха выйти к Тбилиси. Чтобы прорваться через горы до закрытия перевалов с наступлением холодов, немцы имели всего несколько недель.
Выход гитлеровцев к Черному морю через перевалы означал бы окружение и разгром советских войск на побережье. Командование Закавказского фронта на тот момент считало, что горные вершины и высокогорные перевалы сами по себе – непреодолимое препятствие. Основные силы советских соединений расположились у подножия хребтов ближе к морю. На перевалы выдвинулись лишь небольшие отряды. Так Марухский перевал обороняла всего одна стрелковая рота. Глухорский перевал прикрывали две стрелковые роты и саперный взвод. Оборонялся фактически только сам перевал, вместо выноса позиций на ближние и дальние подступы к нему. Не велась даже разведка на северных склонах перевалов. Высокогорные районы Кавказа, где располагались перевалы Марухский, Глухорский, Белореченский, Умпырский и другие, в августе 1942 года обороняли 20-я горнострелковая и 394-я дивизии. В это время боевой порядок дивизии строился в один эшелон с выделением крупного резерва. Однако подобная организация обороны не в полной мере соответствовала сложившейся ситуации. Вследствие численного превосходства, созданного немецкими войсками, их горнострелковым подразделениям удалось выйти к перевалам ранее, чем туда подошли советские части. Создавалась реальная угроза базам Черноморского флота – Поти, Ачамчира, Сухуми. Но попытки немцев прорваться к ним оказались безуспешными. В дальнейшем советским частям, обороняющим перевалы, пришлось изменить построение боевых порядков. Уже в сентябре, кроме первого эшелона и резерва, стали создаваться вторые эшелоны, а на важнейших направлениях – артиллерийские группы поддержки пехоты. Глухорский перевал обороняли подразделения 815-го полка 394-й стрелковой дивизии. Полоса обороны была очень широкой, до 140 километров. Поэтому вторые эшелоны располагались как можно ближе к перевалам на узлах дорог. Отдельные опорные пункты готовились и на переднем крае, и в глубине. Передний край обороны проходил по склонам высот и перевалов, обращенных в сторону противника. Но на перевалах, захваченных врагом, передний край проходил по южным склонам, что существенно усложняло наблюдение и организацию боя. Для прикрытия промежутков в обороне высокогорных районов выделялись отдельные отряды, рота, усиленная саперами. Вражеский удар через Глухорский перевал последовал 15 августа. Немецкие горные егеря предприняли замысловатый обходной маневр. В многочасовое восхождение отправились два отряда с пулеметами и минометами. Преодолев скалистые склоны, они обошли с фланга советские части, находящиеся на перевале. Его защитники неожиданно обнаружили врага у себя в тылу. Угроза с тыла и атака с фронта заставила советские части оставить седловину перевала. Из-за отсутствия надежной связи ситуация стала и вовсе критической. О боях на Глухорском перевале командование узнало только через двое суток. Туда тотчас же отправились резервы, включая курсантов Сухумского училища и отряд НКВД. Через три дня из Ставки пришло грозное предупреждение. Враг, имея специально подготовленные горные части, будет использовать для проникновения в Закавказье каждую дорогу и тропу через Кавказский хребет. Глубоко ошибаются те командиры, которые думают, что Кавказский хребет сам по себе является непроходимой преградой для противника. Непроходимым является только тот рубеж, который умело подготовлен для обороны и упорно защищается. К сожалению, эта телеграмма стала не предупреждением, а описанием уже свершившегося факта. Ходим перекатами! Ихтярь, прикрывай! Подкрепления к Глухорскому перевалу подошли только через неделю после первой атаки. Немецкие егеря к тому моменту уже спустились на южные склоны. Дальнейшее их продвижение остановили, но сбросить немцев с перевала контратаками не удавалось.
Немцы вышли на южные склоны Эльбруса и 18 августа овладели туристскими базами «Кругозор» и «Приют-11». «Приют-11» на Эльбрусе – единственная в мире гостиница на высоте 4130 метров над уровнем моря. Первое деревянное строение появилось еще в 1932 году. Спустя 6 лет на его месте возвели трехэтажное, обитое металлом здание, напоминавшее дирижабль, которому и суждено было простоять 60 лет. Приют стал опорным пунктом для броска на сам Эльбрус. 21 августа в 11.00 специальная группа немецких альпинистов водрузила над Эльбрусом флаг со свастикой и флажки двух горных дивизий. Этот факт широко освещался немецкой прессой. Утверждалось, что он символизирует покорение Кавказа и его народов. Впрочем, никакого военного значения акция с подъемом флага не имела. Потеря перевалов и опорных пунктов на Эльбрусе вызвала серьезное беспокойство в Москве. 23 августа в Сухуми приехал нарком внутренних дел Лаврентий Берия. По его указанию, командующий 46-й армией, занимавший перевалы, генерал Сергацков, был отстранен от командования. 46-я армия обороняла государственную границу СССР от Черного моря до горы Уч-Тополяр и побережье Черного моря на участке Сухуми-Поти, а частью сил – горные перевалы Кавказского хребта. Чтобы освободить Марухский перевал от войск дивизии «Эдельвейс», Сергацков самостоятельно снял часть сил своей армии с государственной границы с Турцией, которая не представляла непосредственной угрозы для СССР. Впрочем, никаких расправ не последовало. Генерала лишь понизили в должности до командира дивизии. В конце августа 1942 года соединения Клейста вышли к рубежу реки Терек. Обрывистые склоны и быстрое течение представляли серьезное препятствие для форсирования. Бои под Моздоком и Малгобеком приняли отчаянный характер. Командование вермахта для прорыва обороны на реке Терек и наступления на Грозный, Махачкалу и Баку привлекло первую танковую армию Клейста. Главный удар наносился на Малгобек, где враг превосходил северную группу советских войск по артиллерии в 6,5 раз, а по танкам в 4,2 раза. 1 сентября немцы нанесли удары в районе Ищерской, а на другой день – главными силами южнее Моздока. Ночью на лодках немецкие пехотинцы под огнем пересекли Терек и захватили плацдарм на его южном берегу под Моздоком. Но расширить плацдарм немцы не могли. Замысел врага был сорван лишь стойкостью войск 9-й армии генерал-майора Каратеева. Во многих ее соединениях большинство составляли воины-кавказцы, зачастую решая исход боя своим мужеством и героизмом. Советская артиллерия с господствующих высот без промаха била по переправе и плацдарму. По наступающим немцам вели огонь «Катюши», противотанковая и гаубичная артиллерия. Эти части неоднократно переходили в контратаки, нанося противнику чувствительные потери. Немцев встретили такие противотанковые препятствия, с которыми до этого им сталкиваться не приходилось. Советские бойцы из огнеметов поджигали нефть, которой были заполнены противотанковые рвы, и на пути гитлеровских танков внезапно возникал настоящий огненный вал. Преодолеть или обойти его было невозможно, поскольку эти препятствия перекрывали все танкодоступные направления. В районе Малгобека некоторые населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Немцы скрытно переправили на южный берег Терека 13-ю танковую дивизию и лишь с ее помощью смогли овладеть Малгобеком. Клейст перебросил сюда и моторизованную дивизию СС «Викинг». 27 сентября немцы захватили Эльхотово, но уже на следующий день были вынуждены перейти к обороне. Отвлечение главных сил германской авиации под Сталинград позволило свободнее себя чувствовать на Кавказе советским ВВС.
Самолеты армии Вершинина интенсивно бомбили наведенные через Терек понтонные мосты. Вершинин уделял особое внимание взаимодействию с наземными войсками, повторяя «мы для них, а не они для нас». То есть авиация воюет не сама по себе, а оказывает поддержку наземным войскам. Войска Закавказского фронта не могли полноценно снабжаться танками с заводов в глубине страны. Однако через Иран пролегал один из маршрутов поставок вооружения и техники по программе «Ленд-лиза». В результате в войсках на Кавказе было немало английской и американской бронетехники. На 1 октября 1942 года из 300 танков Закавказского фронта английские и американские машины составляли 42%, средние танки Т-34 – 20%, тяжелые КВ – всего 2%. Остальные 36% приходились на различные легкие танки советского производства. Наиболее многочисленные из поставленных по ленд-лизу на Кавказ танки «Генерал Стюарт» и «Валентайн» уступали по своим боевым характеристикам как Т-34 и КВ, так и основным немецким танкам. Тем не менее, импортные машины были сравнимы или даже превосходили легкие советские БТ, Т-26, Т-60 и Т-70. При этом из 3535 советских бронемашин, участвовавших в битве за Кавказ, 3342 были советского производства. В 4-ю воздушную армию Вершинина также поступала техника из Ирана. Ее летчики одними из первых освоили американские двухмоторные бомбардировщики А-20 «Бостон-3». Советские пилоты высоко оценили летные качества и хорошее навигационное оборудование А-20, облегчавшее полеты в обычных для гор сложных метеоусловиях. Немецкое наступление фактически остановилось. Во второй половине сентября 1942 года войска Клейста медленно расширяли плацдарм в направлении так называемых «Эльхотовских ворот». Они представляли собой ущелье, пересекающее Сунжинский хребет у осетинского села Эльхотово. Через них можно было прорваться танками к Орджоникидзе, Владикавказу, на военно-грузинскую и военно-осетинскую дороги. Однако узкое ущелье плотно перегородили тысячи противотанковых мин, противотанковые рвы, ежи и колючая проволока. Немцам удалось взять само Эльхотово, но все попытки пробиться через ворота потерпели неудачу. Клейсту остро не хватало войск для расширения плацдарма и прорыва к Орджоникидзе. Горные егеря стали бы гораздо полезнее здесь, у Эльхотовских ворот, чем на склонах Эльбруса. 8 сентября Вершинин был назначен командующим ВВС Закавказского фронта. Под его руководством объединялись 4-я и 5-я воздушные армии и авиация Черноморского флота, все военно-воздушные силы на Кавказском направлении. Горный рельеф создавал особые условия для действий ВВС. Практика показала, что старые бипланы «Чайки» И-153 как нельзя лучше подходят в качестве штурмовиков в горах. Небольшая скорость и феноменальная маневренность облегчала полеты в ущельях и на перевалах. Вооруженные реактивными снарядами «Чайки» стали неизменным участником высокогорных баталий. На земле советские горные части все чаще использовали против немцев глубокие обходы и охваты по горным тропам. Для этого использовались специальные отряды НКВД с хорошей альпинистской подготовкой. Алексей, давай ты первым пойдешь. Понял. Василий, прикрываешь. Вперед! Их униформа была странной смесью. Довоенной спортивной одежды, военной формы и трофейных рюкзаков, кошек и альпинштоков. Основой действий отрядов стала тщательная разведка. Благодаря этим наблюдениям определялись маршруты обходов позиций противника высоко в горах. Один из таких боев состоялся в начале сентября на Клухорском направлении. Обходным маневром по высокогорью удалось заставить немцев отступить. Ты посмотри, фрицы у самого носа шастают, безнаказанно.
советские альпинисты увидели большой караван вьюков и цепочки немецких солдат, направлявшихся к перевалу. Однако расстояние оставалось слишком большим. Стрелковым оружием караван не достать. В этот момент в воздухе появилась тройка самолетов с красными звездами. «Смотри, наша чайка!» Из воспоминаний командира отряда, военинженера Гусева. «Наши летчики действовали не только умело, но и со знанием специфики гор. Сначала они ударили по самой колонне, но эффект оказался невелик. Тогда последовал бомбовый удар по склонам гор над дорогой. Взрывами оторвало множество огромных глыб. Эта грозная каменная лавина понеслась на колонну гитлеровцев. Склон покрылся густым облаком желтой пыли. А когда облако рассеялось, мы увидели картину полного разгрома колонны. Лавина смела почти всех егерей». В сентябре 1942 года обстановка на перевалах пришла в положение неустойчивого равновесия. Немецкие горные егеря не могли развить свой первоначальный успех и вырваться к морю. Однако и советские горные части не смогли быстро вернуть потерянные позиции и восстановить контроль над перевалами. «28 сентября 1942 года состоялся один из самых необычных боев Второй мировой войны. Он проходил на высоте более 4000 метров. Для выбивания егерей из приюта 11 сформировалась группа из частей НКВД численностью около 100 человек с ручными пулеметами, минометами и снайперскими винтовками. Возглавил ее лейтенант Григорьянц. Поначалу не поверили своим ушам. Пулеметные очереди гремели на высоте 4800 метров. Советские альпинисты обошли вражескую оборону по ледниковому завалу и атаковали сверху. Немцы даже не смогли использовать свои горные пушки. Бой шел несколько часов. Из отряда Григорьянца вернулось к своим только 4 человека. Сам Григорьянц был ранен, но предпочел смерть плену. Приют 11 остался в руках немцев, но советские альпинисты показали свои возможности вести сражение на вертикалях. Спустя несколько дней в горах наступили зимние холода. Потери от лавин и обморожений превысили боевые потери немецких егерей и советских горных частей. Клейст ждал, что с наступлением осени и с закрытием перевалов горные части наконец перейдут в его подчинение. Но он ошибся. Из Берлина от Адольфа Гитлера последовал приказ о перегруппировке сводной дивизии горных егерей под Туапсе. Здесь горы были существенно ниже, в среднем около 1000 метров. Егерям поставили задачу прорваться через них к морю. Ранее войска немецкой 17-й армии наступали на Туапсе вдоль дороги и успеха не имели. С прибытием горных егерей появилась возможность обойти советскую оборону по горным склонам. Егерям удалось выйти в тыл советским частям, оборонявшим дорогу на Туапсе. В окружение попали два полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии. Казалось, советская оборона вот-вот рухнет.
Однако этого не произошло. Оправившись от шока, защитники Туапсе обрушили на врага череду контрударов. Продвижение немцев замедлилось, а вскоре вовсе остановилось. Бои под Туапсе шли до декабря 1942 года. Солдаты в униформе вермахта с неарийской внешностью не были чем-то удивительным на Кавказе. Клейст возлагал большие надежды на коллаборационистов из числа представителей кавказских народов. Националистические настроения оставались на Кавказе довольно сильными. Это позволило немецкому командованию приступить к формированию частей из военнопленных, вставших на путь предательства, так называемых «восточных батальонов национальных легионов». Они носили форму вермахта со специальными нашивками. Однако устойчивость этих подразделений оставалась низкой. Как только военное счастье стало поворачиваться к немецким войскам спиной, легионы начали распадаться. 9 октября в штаб 23-й танковой дивизии немцев поступили данные, что 795-й восточный батальон грузинского легиона намерен сдаться Красной армии. Последовал приказ немедленно вывести грузин с передовой. Но около полуночи батальон начал прорываться на советскую сторону. После перестрелки с немцами часть легионеров успела уйти к советским окопам, а часть была разоружена и выведена в тыл. Немецкий плацдарм на Тереке серьезно беспокоил советское командование. 3 ноября 1942 года его решили ликвидировать мощным ударом танков и пехоты. Все силы фронта собирались для решающего сражения. Столь же напряженная работа по подготовке наступления шла по другую сторону. Клейст решил перенести направление главного удара и прорываться к Орджоникидзе через Баксан и Нальчик. Удар по Нальчику последовал 25 октября. Группировка советских войск здесь была уже ослаблена подготовкой наступления на немецкий плацдарм. Удары с воздуха и атаки танков привели к быстрому распаду обороны, и Нальчик оказался в руках немцев. Танки Клейста, казалось, вновь обретали стремительность молниеносной войны. Вскоре они вышли на ближние подступы к Орджоникидзе. Однако радость от успеха оставалась недолгой. Под Орджоникидзе направился ударный кулак Закавказского фронта, собранный для сокрушения плацдарма на Тереке. Две немецкие танковые дивизии под селением Гизель оказались в окружении. Бросая вооружение и технику, немцам пришлось пробиваться к своим. Бои продолжались до 12 ноября. Трофеями советских войск в районе Гизели стали больше сотни танков, орудия, минометы и более 2000 автомашин. Первый Сталинград зимней кампании 1942-43 годов состоялся у стен Орджоникидзе, Владикавказа. О продолжении немецкого наступления на Тбилиси уже не могло быть и речи. За стойкость и мужество советских воинов и жителей, проявленные в боях, города Орджоникидзе и Малгобек были удостоены звания «Город воинской славы». Окружение под Сталинградом заставило германское командование спешно отводить войска с Северного Кавказа. Прорыв советских танков к Ростову мог привести к изоляции и полному разгрому немецких войск на Кавказе. В конце ноября 1942 года Клейст занял пост командующего группой армий А. Первая танковая армия отошла с Кавказа через Ростов. 17-ю армию оттеснили на Кубанский плацдарм. По иронии судьбы, именно катастрофа 6-й армии Паулюса благоприятно повлияла на выживание 17-й армии. В феврале 1943 года в распоряжении немецкого командования оставалась крупная группировка транспортных самолетов. Они-то и снабжали войска на Кубани. Самолеты летали из Крыма на короткое расстояние, что делало условия для воздушного моста почти идеальными. Это спасло 17-ю армию от немедленного разгрома. Из приказа Верховного Главнокомандования Вермахта группе армий А от 13 марта 1943 года удерживать во что бы то ни стало Таманский плацдарм и Крым.
Спустя три дня штаб Клейста докладывал в Ставку Гитлера свои взгляды по поводу перспектив обороны на Тамане. Преимущество позиции. Сковывание большого количества русских войск, ограничение возможностей к активным действиям русского флота. Облегчение обороны Крыма, благоприятный политический эффект. Немцы закреплялись на Кубанском плацдарме всерьез и надолго. В то время, как на остальных участках советско-германского фронта весной 1943 года наступило затишье в ожидании сражения на Курской дуге, на Кубанском плацдарме бои продолжались. По распоряжению Вершинина на передовой был развернут пункт управления истребительной авиацией. Сражение на земле происходило в ограниченном пространстве, и с пункта управления была хорошо видна обстановка в воздухе. Руководитель пункта наведения мог своевременно поднимать свои самолеты для наращивания усилий в воздухе, предупреждать пилотов о появлении истребителей и бомбардировщиков противника. Третья эскадрилья на вылет. Квадрат 4. Группа пикировщиков на подходе. В небе над Кубанью разворачивались крупные воздушные бои, в которых участвовали по 30-50 самолетов с каждой стороны. Вершинин требовал не подпускать вражеские бомбардировщики к линии фронта. Решение этой задачи привело к развитию новаторской для ВВС Красной Армии тактики свободной охоты. Воздушное сражение над Кубанью стало одним из самых знаменитых в ходе войны. Несмотря на всю решимость немецкого командования удерживать Кубанский плацдарм, он продержался только до осени 1943 года. Немецкую оборону обошли с фланга, высадив морской десант в Новороссийске. 17-я армия срочно эвакуировалась в Крым. Поход за нефтью закончился полным провалом. В начале февраля 1943 года отряд советских альпинистов получил задание снять фашистские вымпелы с вершин Эльбруса и установить флаги Советского Союза. 20 членов отряда начали подъем на Эльбрус несколькими группами и встретились в приюте 11. 17 февраля над обеими вершинами Эльбруса развевались красные флаги. Советский офицер-артиллерист внимательно изучал в стереотрубу вражеские позиции на Перекопском перешейке, высматривая немецкие укрепленные огневые точки и приспособленные для обороны дома. Ориентир – одинокая акация, вправо 5 зон. Дистанция 1400 метров. Он искал цели для 280-миллиметровых мортир особой мощности. Их снаряды весом в 2 центнера были способны проломить самые толстые перекрытия. Подготовка к наступлению на Крым шла полным ходом. Успехи Красной Армии на юге Советско-Германского фронта привели к изоляции в Крыму румынских и немецких войск. Крым отделен от материка лишь узкими перешейками. Ширина Перекопского перешейка всего 14 километров. У Красной Армии совершенно отсутствовали возможности для маневра при его прорыве. Весной 1944 года немцы в течение 5 месяцев укрепляли свою оборону на Перекопе и на Севаше. Немецкие пулеметные расчеты готовились расстреливать атакующую советскую пехоту. На позициях в лощинах стояли замаскированные гаубицы. Маршал Антонеску требовал от Гитлера немедленной эвакуации войск из Крыма. Фюрер возражал, что в случае оставления Крыма советские самолеты смогут бомбить Румынию. Потеря Крыма могла повлиять и на позицию Турции, что угрожало прекращением поставок хромовой руды. Адмиралы убеждали фюрера, что в случае необходимости 17-ю армию вывезут из Крыма на кораблях. Но это обещание имело силу до тех пор, пока немцы контролировали Одессу. 10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу. С
За 10 дней до этого фон Клейста отстранили от командования группой армии А. Его заменил генерал-полковник Щернер. 7 апреля Щернер посетил Крым и бодро заверил фюрера. Там все в порядке. Оборону Крыма можно обеспечить еще длительное время. 8 апреля 1944 года на перекопе Севаши и под Керчью загремели залпы артиллерии. В общем гуле артподготовки время от времени гремели оглушительные выстрелы мортир особой мощности. В небо вместе с землей словно спички взлетали бревна. Очередная огневая точка уничтожена. Под ударами тяжелых снарядов рассыпались и дома с установленными в подвалах пулеметами. Наконец, на советских позициях поднялось множество фигур в шинелях. Раздался крик «Ура!». Вдалеке слышался лязг танковых гусениц. Немецкие пехотинцы выбирались из блиндажей и бросались занимать места в окопах и пулеметных гнездах. Артиллеристы вермахта открыли беглый огонь. Советский наблюдатель в окопе отмечал вспышки выстрелов оживших батарей и, не отрываясь от трубы, торопливо диктовал их координаты. По телефону они передавались на батареи. Влево, 1.40. Огонь! На позиции немецких пушек обрушился град снарядов. Взрывы переворачивали орудия, косили осколками артиллерийскую прислугу. Тем временем сидевшие в окопах красноармейцы перестали кричать «Ура!» и опустили палки с чучелами в шинелях. Многие чучела были разорваны и посечены осколками. Фигуры на советских позициях оказались всего лишь куклами, набитыми соломой. С их помощью спровоцировали немецкий огонь, засекли и подавили уцелевшие батареи. Бойцы поднимались в атаку. В этом представлении участвовали самые настоящие танки. Они миновали ряды чучел и продолжили движение. На подходе к немецким окопам некоторые из них выпускали длинные струи огня. Это атаковали огнеметные версии танка Т-34. Огнеметы выжигали пулеметные гнезда. Несколько танков подорвались на минах, но это не могло остановить советское наступление. Вскоре в немецком тылу на перекопе высадился советский десант на резиновых лодках. Немецкая оборона рассыпалась. Командующему 17-й армии генералу Йенеке разрешили отход. Началось быстрое отступление от Керчи и Перекопа к Севастополю. Гитлер рассчитывал оборонять Севастополь долго, как и Красная армия в 1942 году. Успех советского наступления привел к тому, что 21 апреля турецкое правительство заявило о прекращении поставок в Германию хромовой руды. Вскоре Турция присоединилась к антигитлеровской коалиции. Эвакуация немецких и румынских войск из Крыма началась практически одновременно с советским наступлением. Наиболее опасным противником для германских транспортов на Черном море были крейсера и эсминцы советского флота. Однако после потопления немецкими пикировщиками лидера и двух эсминцев в октябре 1943 года Ставка запретила подвергать риску крупные корабли Черноморского флота. Подводные лодки Черноморского флота также понесли тяжелые потери. Поэтому главная задача – не допустить вывоза немецких и румынских войск из Крыма – легла на морскую и сухопутную авиацию. Авиация Черноморского флота к этому времени в совершенстве овладела методом топ-мачтового бомбометания. Топ-мачтовое бомбометание заключалось в сбросе бомбы на низкой высоте и высокой скорости. Бомба рикошетирует от воды и попадает в борт судна. Самолет после этого перелетает корабль буквально над верхушками топами мачт. Топ-мачтовое бомбометание имело ряд преимуществ над торпедными атаками. Во-первых, оно было эффективно против мелкосидящих быстроходных десантных барж, составляющих ядро германских морских сил на Черном море. Во-вторых, если от авиационной торпеды после ее сброса можно было уклониться, то бомба преодолевала расстояние до борта корабля буквально за секунды.
Кроме того, дорогих авиационных торпед ВВС флота постоянно не хватало, а дешевые бомбы имелись в изобилии. Лучшими топ-мощтовиками стали бомбардировщики «Бостон». Но новый метод успешно применяли штурмовики Ил-2, бомбардировщики Ил-4 и даже истребители. Пауза в боевых действиях позволила советским войскам подтянуть к Севастополю тяжелые орудия, в том числе мортиры особой мощности. Вновь началась напряженная работа артиллерийских разведчиков по выявлению вражеских огневых точек. 5 мая 1944 года, после полуторачасовой артподготовки, начался штурм Севастополя. Стойкость немецкой обороны в 1944 году оказалась куда как ниже, чем советской в 1942. В управлении немецкими войсками нарастал хаос. Так, морское командование не знало, что северный берег Севастопольской бухты уже занят советскими частями. 9 мая немецкие корабли из Констанцы без опаски вошли в бухту, и советские артиллеристы стреляли по ним, как на полигоне. На дно пошли буксир, лихтеры, два охотника за подводными лодками и несколько сторожевых катеров. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский запросил ставку об использовании хотя бы старых кораблей флота для атаки транспортов, быстроходных барж и паромов у Севастополя. Но Москва запретила ему рисковать даже тральщиками. Авиация по-прежнему оставалась главным противником вражеской эвакуации. Поздно ночью 10 мая к Севастополю прибыли новейшие немецкие теплоходы «Татила» и «Тея» с охранением. Однако в городе их напрасно ждали 9 тысяч солдат. Теплоходы встали в 2 милях от берега и начали погрузку тех, кто в беспорядке отошел к юго-западным причалам Херсонеса. Погрузка была в самом разгаре, когда в небе появились советские штурмовики. В «Татилу» попали сразу 3 100-килограммовых бомбы. Теплоход загорелся и начал тонуть. После еще одного удара «Илов» судно скрылось под водой. Второй транспорт «Тея» снялся с якоря и устремился в открытое море. Вскоре транспорт настигли советские штурмовики. После 6 попаданий бомб «Соток» «Тея» окутался дымом и потерял управление. Точку в его судьбе поставили 6 «Бостонов» топ-мачтовиков. 2 бомбы в область ватерлинии не оставили «Тея» никаких шансов. Теплоход унес на дно Черного моря более 1500 немецких солдат. Попытка вывести остатки 17-й армии одним рывком не состоялась. Командующий армией генерал Альмендингер в ночь на 11 мая эвакуировался торпедным катером в Констанцу, оставив вместо себя в Крыму командира корпуса генерала Хартмана. Артиллеристы немецкой 17-й армии подорвали все свои орудия. Последние сутки они вели бой только стрелковым оружием. Разгром лишенных тяжелого вооружения частей превратился в избиение. Развязка наступила утром 12 мая на мысе Херсонес. Около 8:00 принявший на себя командование остатками 17-й армии командир 73-й дивизии генерал Бёме капитулировал. Вместе с ним в плен попал командир 111-й дивизии генерал Грюнер, а командира 336-й дивизии генерала Хагемана нашли среди убитых. После окончания боев Севастополь посетил британский журналист Александр Верт. Вид Херсонеса внушал ужас. Вся местность перед земляным валом и позади него была изрыта тысячами воронок от снарядов и выжжена огнем «Катюш». Земля была сплошь усеяна тысячами немецких касок, винтовок, штыков и другим оружием и снаряжением. Почти все тела были захоронены, но вода вокруг разрушенного маяка кишела трупами немцев и обломками плотов, которые покачивались на волнах, плескавшихся у оконечности мыса Херсонес. Немецкая 17-я армия в Крыму пережила безусловный и очевидный разгром. Ее безвозвратные потери с 10 апреля составили около 70 тысяч человек.
Безвозвратные потери советских войск – 18 тысяч человек. Для вермахта на Восточном фронте начиналась череда оглушительных поражений. Отстранение фон Клейста от руководства группой армий А стало финалом его карьеры. В конце войны он попал в плен к британцам. Однако Клейсту не суждено было закончить свои дни за написанием мемуаров. Его выдали югославскому правительству и осудили на 15 лет за военные преступления. Советский Союз также выдвинул против Клейста обвинения в военных преступлениях. В 1948 году Тита передал бывшего фельдмаршала в Москву. В 1952 году военная коллегия Верховного суда СССР осудила его на 25 лет. Клейст умер в 1954 году в лагере военнопленных во Владимире. После освобождения Крыма 4-ю воздушную армию перебросили в Белоруссию на 2-й Белорусский фронт. Авиаторов ждали операция «Багратион», штурм Восточной Пруссии и сражения за Данциг и Померанье. А их командующему, герою Советского Союза, главному маршалу авиации Константину Андреевичу Вершинину, после войны предстояло стать главнокомандующим военно-воздушных сил и заместителем министра обороны СССР.